Утром мы с Хаски погуляли. Он поел уже шею индейки граммов 200 и губы поросенка 2 штучки. А я готовлю сок, 3 морковки, 1 свекла с кулак, яблоки Грэмми Смит, долька лимона, долька имбиря. Еще не хватает здесь укропа. А фильм я снимаю вот для чего. Пока я чистил морковку и свеклу, Хаски попрошайничал. Сначала поел морковку, потом обчистки от свеклы. И я еще ему дал вот кусочек свеклы. Сейчас посмотрим, с чего он начнет. Так, губа не дура, выбирает. Ну ты развернись, чтобы видно-то было. Развернись, развернись. Выйдя на улицу, он ест траву, сам выбирает. Ну и самую вкуснятину-то оставил. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. А, это надо поиграться, да? Побегать. Да, половить надо. Я сейчас заберу и сок себе брошу. Обчистки больше любит, чем свеклу. Оба-на. Ругаешься? Оба. Вон она. Где? Ищи. Где она? Ну давай уже, мне пора сок делать. Чего? 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 Лапу даешь? Лапу даешь, благодаришь, да? И надо немножко погрызть хозяину руку. Вот такие зубы у нас красивые. О, какие зубы у нас красивые. О, какие у нас зюби. А, волчара. А почему свеклу не съел? Почему свеклу не съел, а? Оба-на. Сейчас помою и сам съем. Я-то думал, он начнет со свеклы. Ну все. Удачи вам всем.